Здравствуйте! Тема урока – методы дистанционного зондирования Земли. Сегодня на уроке вы узнаете, что из себя представляют методы дистанционного зондирования Земли. Выясните, для чего нужны спутниковые системы навигации. Дистанционное зондирование Земли – это основной источник для создания географических карт. Что же такое дистанционное зондирование Земли? Дистанционное зондирование Земли – это получение информации о географических объектах, явлениях и процессах, полученных на большом удалении при помощи приборов. К числу таких приборов относятся фото- и телекамеры, радиолокаторы, радары, лазерные локаторы, лидары. Зондирование ведется с надводных и подводных судов, воздушных шаров, вертолетов, самолетов, беспилотных летательных и космических летательных аппаратов. Космическое зондирование. Сбор информации из космоса занимает особое место в системе дистанционного зондирования Земли. Первыми съемку из космоса произвели СССР и США в 1950-1960-х годах, запустившие военные спутники-разведчики. Вскоре за военными последовали гражданские спутники, навигационные, системы телевещания и связи, метеорологические и прочие. В 1970-1980-х годах клуб обладателей собственных систем дистанционного зондирования вступили в следующие страны: Китай, Франция, Индия, Израиль, Япония. В наши дни количество стран, имеющих собственные системы зондирования, свыше 50. На сегодняшний день результатами космической деятельности пользуются более 150 государств. Космонавтика, изменившая облик современной цивилизации, зародилась в России, а запуски первых космических кораблей и искусственных спутников начались на космодроме Байконур в Казахстане. Признанными лидерами в космической сфере являются США, Россия и Китай. В клуб космических держав входят также Великобритания, отдельные страны Европейского Союза, Индия, Япония, Южная Корея, Индонезия, Израиль, Иран, Бразилия, Украина, Казахстан, Беларусь. Их список растет с каждым годом. Свой вклад в дистанционное зондирование вносит и наша страна. Казахстанская космическая система дистанционного зондирования Земли имеет два спутника и два наземных центра. Первый центр обеспечивает сбор, обработку и распространение данных. Задача второго центра – управление спутниками. К методам дистанционного зондирования Земли относятся все методы неконтактного получения информации. На сегодняшний день на орбите нашей планеты находится около 100 спутников Земли. Методы дистанционного зондирования Земли делятся на два типа – на активные и пассивные. К активным относятся оптические и сканирующие устройства, действующие в диапазоне отраженного солнечного излучения. К пассивным относятся радарные устройства, сканирующие лазеры, микроволновые радиомеры. Объектами дистанционного зондирования являются погода и климат, элементы окружающей среды, океаны и моря, земная поверхность. Процедура преобразования снимка в карту называется трансформированием. Для этого у самолетов и других летательных устройств имеются следующие условия. Снимок лежит в плоскости. С
Снимок имеет заданный масштаб. Снимок имеет привязку к системе координат. Выявление, опознавание географических объектов на снимке и преобразование в текстовую, цифровую и графическую информацию называется дешифрированием. Дешифрирование бывает камеральным или полевым. Камеральное производится в офисе. Выделяются четко видимые контуры и объекты – леса, озера, реки, используя условные знаки. Полевое дешифрирование производится непосредственно на местности для выявления объектов на данной территории. Фотограмметрия – это выявление и распознавание заснятых объектов. Определение форм, размеров и положения географических объектов, а также регистрация результатов в графической, цифровой и текстовой форме. Информация, получаемая средствами дистанционного зондирования Земли, применяется в различных отраслях науки, экономики, техники. Дистанционное зондирование Земли применяется в метеорологии и климатологии для прогноза погоды. В авиации для обнаружения грозы или зоны турбулентности. В гидрологии для оценки водных объектов и обнаружения паводков. В сельском хозяйстве для прогноза урожая. В экологии для наблюдения за экологическим состоянием окружающей среды и прогнозированием их изменений. В гляциологии для наблюдения за движением ледников. В геологии и геоморфологии для наблюдения за тектоническим движением. В топографии и картографии для создания географических карт и планов. При контроле стихийных бедствий для предупреждения песчаных бурь, лавин, оползней. В технической сфере для оценки земельных ресурсов, наблюдения за движением транспорта. В военном деле для контроля за передвижением техники воинских формирований, а также для оценки местности. Для закрепления знаний, полученных сегодня на уроке, я предлагаю вам выполнить следующие задания. Задание номер один. Определите понятие. Это получение информации о географических объектах, явлениях, процессах на большом удалении с помощью специальных приборов. Определение номер два. Это выявление, опознавание на снимках географических объектов с последующим описанием – текстовым, графическим, цифровым. Верный ответ. Первое определение – это дистанционное зондирование Земли. Определение номер два – дешифрирование. Выполним задание номер два. Соотнесите методы дистанционного зондирования Земли и устройства. Оптические и сканирующие устройства, действующие в диапазоне отраженного солнечного излучения. Радарные устройства, сканирующие лазеры, микроволновые радиомеры. Верный ответ. Оптические и сканирующие устройства, действующие в диапазоне отраженного солнечного излучения, относятся к активным методам дистанционного зондирования Земли. Радарные устройства, сканирующие лазеры, микроволновые радиомеры относятся к пассивным методам дистанционного зондирования Земли. Выполним третье задание. Назовите основные объекты дистанционного зондирования Земли.
Верный ответ. Основными объектами дистанционного зондирования Земли являются погода и климат, элементы окружающей среды, океаны и моря, земная поверхность. Задание номер 4. Подумайте, в чем отличие камерального и полевого дешифрирования? Верный ответ. Камеральное дешифрирование производится в офисе. Выделяют четко видимые контуры и объекты. Леса, озера, реки, используя условные знаки. Полевое дешифрирование производится непосредственно на местности для выявления объектов на данной территории. Выполним задание номер 5. Определите сферы применения приборов при дистанционном зондировании. Приборы: сонар, радар, лидар, сейсмограф. Сферы применения: сейсмография, гидрология, метеорология, военная сфера. Верный ответ. Сонар применяется в гидрологии, радар в метеорологии, лидар в военной сфере, сейсмограф в сейсмографии. Подведем итог нашего урока. Съемка Земли из космоса, дистанционное зондирование Земли стало важнейшим источником информации о нашей планете. Урок окончен. До свидания.